Всем привет, ребята! Вы на канале Лиза Михайлова. Сегодня мы с моей подругой Настей будем снимать видос про интересное. Интересное то, что где мы живем. Ну, мы живем. Ну, мы не живем. Мы приехали в гости к нашей подруге. Да, хижине. И мы у нее пока что поживаем на даче. Тут вот так вот все устроено. Мы вам сейчас покажем, что все тут есть. Сначала мы вам покажем лего, да? Угу. Как у нас тут лего есть? А еще сделали домик. Да, сделали вот такой домик. Вот какой он домик. Он, если что, хлопкий. Слишком очень часто хлопок. Вот, а что это за башенка у нас тут такая? А что это за башенка такая? Это башня Гарри Поттера. Это башня Гарри Поттера. Что там внутри? Интересно. Тут, ой, много чего есть. Тут прям дом. Опа. Смотри. А еще тут есть ультрафиолет для цветов, чтобы они больше росли. Вот. И он выключается в 6 часов, а выключается в 11 часов. Ой, или в 10, не помню. Здесь у нас растут такие цветочки. Они вот тут вот растут. И давай, Настя, еще покажем, где наша подруга рисует. Идем сюда. Идем. Здесь рисует наша подруга. Здесь у нее есть мелки. Угу, хорошо. Мелки и краски. Коротко. А вот и кровать, где можно отдыхать, лежать. Ага. Ставьте лайки, если что. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока-па. Короче, ребят, это обозначало, что пока. Просто мы баловались и никак не могли сказать нормально пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.